Ежегодный конкурс посвятили Дню Героев Отечества, который в России празднуется сегодня, 9 декабря. Конкурс исследовательских работ патриотический. Его задача – воспитание гордости за свою родину на примере подвигов своих земляков, героев своей страны. Конкурс проходил в 4 номинациях. Сочинцы – герои Великой Отечественной, их именами названы улицы нашего города, кто они – герои 21 века, и сочинцы – герои Советского Союза и герои России. Жюри из 53 представленных на конкурс работ выбрали 11 лучших. И сегодня школьники защищали свои исследования. На мероприятие пригласили и ветеранов Великой Отечественной войны. Победителей конкурса будет 4, по одному в каждой из номинаций. Лучшие работы разместят на сайте городского управления по образованию и на сайтах сочинских школ. Для того, чтобы не только небольшая аудитория видела эти работы, но и пользователи интернета могли увидеть, как наши дети проводят. Это не просто, что скачали с интернета рефераты. Это действительно конкурсная комиссия оценивала исследовательность, чтобы дети проводили какое-то исследование.